И даже после первых 45 минут матча уже понятно, кто контролирует игру. Так и тянет сказать, что подобные усилия вряд ли можно совершать на протяжении всего матча, но, похоже, ту же картину мы увидим и во втором тайме. Тренер команды явно доволен. Вся команда принимает участие в обороне. Главное не прижиматься к воротам. Очень надежно играет защита. По сверхам. Мяч летит вперед. Ну разве можно так небрежно с мячом? Ай! Прекрасный удар! Гол! О-хо-хо! Мяч в ворота! Гол! Ну теперь пойдет! Мяч в воротах! Как же ликуют сейчас трибуны! Вот оно! Стадион ревет в едином порыве! Перехват. Он замечательно контролирует мяч. Подача. Мяч перехвачен. Прочитал игру защитник. Мяч в воздухе. Правильную занял позицию и мяч перехвачен. Он возвращает ему мяч. Он бьет. Эх, такую атаку запорол. Гол! И вот вам, пожалуйста. Ну что, положил. Что называется, положил. Нет претензий никаких. Ни у кого, кроме пропустивших. И подача. Нужно забивать. Гол! О-хо-хо! Мяч в ворота! Гол! Ну теперь пойдет! Мяч в воротах! Как же ликуют сейчас трибуны. Вот оно. Стадион ревет в едином порыве. Какая красивая комбинация. Увидел игрок, как она развивается, и ускорился в штрафную. Боже мой, дух захватывает от звука стадиона, который взрывается сотней восторженных криков. Ура!
Хороший перехват. Хорошо подал. Да, сегодня его день. Многообещающая ситуация. Мяч ушел на край. Ну давайте поаплодируем парню за то, что он в такой ситуации сложной все-таки берется бить по воротам. Нужно бросить аут. Титаническими усилиями, с гигантским трудом вратарь парирует очень легкий мяч. Попов. Так, так, и теперь краями. Мяч в безопасности за этим парнем. Мяч перехвачен. Попов. Да, вратарь сегодня очень помогает команде. Отдал мяч обратно. Очень умно сыграл защитник. Неплохо. Судья назначает штрафной. Крайне опасная ситуация у ворот. Еще одна попытка забить. Удар! Ну что ж, риск — благородное дело, но, может быть, стоило сыграть понадежнее здесь. Неплохо. Нет, этот пас был отдан слишком небрежно. Нарушение правил на поле. Этот парень способен выполнить удар с большого расстояния. Ну что ж, это удар от ворот. Голкипер хватает мяч и цепко его держит. Вот подача! Попов. И снова пас назад. Какой-то неторопливый игрочок.
Неуклюжий пас. Атака продолжается. Какой грамотный перехват. Хороший перехват. Судья дает штрафной. Все-таки бить он решил. Назначает яйца угловой удар. Игра переходит на фланг. Удар головой. Мяч выкатывается за линию. Удар от ворот. Команда играет широко. Хорошо использует фланги. Хороший перехват. Попов. Ну вот, можно перевести дух. Атаку сдержали. Игрок отдает мяч на край. Мяч уходит из опасной зоны. Как по-эстетски они сыграли в касание. Атака продолжается. Будут вводить мяч из-за боковой. Очень неплохо. Попов. Игрок решился на дальний удар. Защитник сумел прочитать действия соперников. Мяч перехвачен. Нет, этот пас был отдан слишком небрежно. Какой грамотный перехват. Сможет ли он забить? Выиграл. О-хо-хо! Мяч в воротах! Гол! Ну, теперь пойдет! Мяч в воротах! Как же ликуют сейчас трибуны! Вот оно! Стадион ревет! Потрясающая поддержка! Не каждая команда, приехавшая в гости, может похвастаться таким фанатским корпусом! Молодцы! Поддерживаю!
Из-за боковой будут вбрасывать. Неплохо. Гусев. Игроки перестраиваются для вбрасывания. И дальше по краю будет эта атака развиваться. Сумасшедшая попытка удара с лета проходит мимо ворот. Перехват. Защитник сейчас действовал просто как пограничник, без права на ошибку. Когда этот парень дорывается до мяча, можно ожидать чего угодно. Сумеет ли команда реализовать такую возможность? И на этом все. Мы с вами видели очень зрелищную игру. Это была встреча достойных соперников, о чем свидетельствует и статистика игры. Пора прощаться. Василий, спасибо вам за общение, за ценные современные комментарии. Играйте в футбол.